Мощный удар Лохмачева, но опять Зуев. Еще удар, а здесь спасает свою команду не Зуев, не перекладина, а спасает Игорь Барсук, который ценой травмы, до сих пор ему там больно, он не может подняться. Только сейчас вот увидели баллисты, что здесь нужна пауза. Вот, на мой взгляд, это лучший сейв сегодняшнего игрового дня. Что сейчас сделал Барсук, это просто чудо какое-то.